Иван Иванович, расскажите, пожалуйста, какова сейчас работа будет на Байконуре? Как обычно, прием, примерки в корабле. Как обычно, наши. Завтра полету, да. Окей, расскажите, будет насыщенная работа. Космонавты люди суеверные, нет. 13 число, это нормально. Я в десантуре, когда был, я 2 года с 13 номером парашюта прыгал. Нормально все. Ну, может, что-то особенное делаете? Перед, допустим, хотя бы другому что-то. Ну, у каждого есть иконка, мы люди верующие, помолимся, наверное. Ну, скажите, какие цели, да, у вас перед вами стоят? Полет большой довольно? Все цели за год рассказать, наверное, сложно, да, но это в основном научная программа, которая обеспечит дальнейшее продвижение, как не хотелось бы высокопарными словами говорить, дальше от орбиты к Марсу, к Луне. Волнительно? Конечно, волнительно. Каждый старт – это волнительно, да. Вы встретились с экипажем, который? Да, ребята нас встретили, пожалуйста. Сейчас тот экипаж, который прилетел, станция в очень хорошем состоянии. Работа их, она облегчит нам жизнь, наш быт на станции. Да. Но мы стараемся придерживаться нашим общим правилам. Спасибо. Здравствуйте.